Несем маме телек в квартиру. Принесли. Лифты даже отключились. Закрывай квартиру. Опа! А ты что здесь делаешь? Котик, давай делать распаковку. Наша великая распаковка. Угу. Есть такие сердечки, получается. Для Софики будут сердечки, а у мамы такие же брашки, только кружочки стоят. Как всегда, знаете, типа, ну, наверное, где-то так. Хрен там, ребята, видели курс доллара и вообще, что в мире происходит. И вот я его увидел. Это стоит недешево. Следующий кадр — это рум-тур, в котором мы вам уже все расскажем и реакция тещи. С букетом для тещи? А? Еще нет. Все? Ключики замотали в такой банк. Мам, ну все, успокойся. Спасибо вам. Всем привет, ребятушки. Это наш необычный вложик. Да. И он очень необычный в том, что вы его смотрите спустя некоторое время. Где-то 4 месяца спустя. Плюс-минус, да. Мы его начинаем снимать 29 апреля 2021 года. Китти, почему он такой? Ну, как вы все помните, вы спрашивали очень часто в комментариях, а где же ваш дом, почему вы его не строите, это же ваша мечта, почему вы его этот не показываете. Ну, участок есть у нас, мы его никуда не дели, но у нас просто появились другие ну, были, цели. Ну, были как-то такие вот мысли, вроде бы продать, но потом все, мы как бы решили, что будем. Но почему-то сейчас не делаем, а все потому, что мы со Снежкой решили сделать... Наверное, как по мне кажется, очень крутые подарки нашим мамам. Моей маме и Снежкиной. Угу. Вот. И мы, короче, решили подарить теще, то есть моей Снежкиной маме, квартиру. Да. И вот прямо сейчас мы едем ее оплачивать. Вообще она как бы догадывалась, мы говорили, что где-то через 2 года, и скорее всего так бы произошло. Но я решил, чтобы 2 года не ждать, там доплатить еще 20% по сумме. Да, нужно больше денег, но второй момент, что ты уже сможешь... заехать там вот спустя пару месяцев, вот, и я решил, что так будет лучше, поэтому мать-то в теории догадывается, мы сказали, да, что будет квартира, и она думает, что она заедет аж где-то в 23-м году, спустя ну, да, аж 2 да. года, вот, и она даже не знает, что мы сейчас идем покупать, потом там будем еще делать ремонт, то есть мы сдадим квартиру не просто, там новостройки и так далее, не просто голые стены, а у нас есть задача сдать ее с ремонтом, красивую, вот для жилья, чтобы уже вот все, бац, взял и заехал. Ну, в общем, это видео будет вот такое. Да, то есть вы в этом видео будете видеть, оно может длинное для вас, посмотрите, да, это целый фильм, но здесь вы увидите от начала до конца, вот с того момента, как мы сейчас едем покупать, оплачивать, до того момента, как там ремонты, приемы, что мы там делаем, что меняем, как вручаем, реакция, и вот это все будет такой вот мини-фильм про... тещу. А вторая часть будет таким же принципом похожим. Для там Андрея, будет, там будет короче, там, конечно, это будет машина. Мы определили суммы, которые мы тратим, и моей маме мы дарим классную машину, а теще мы дарим классную квартиру. Все довольны? Поэтому вот мы отложили дом да, пока поэтому что. Деньги, которые мы сейчас зарабатываем, конечно, мне надо и потом еще есть там еще какие-то цели, там и Снежки, думаю, в будущем. Но мы решили со Снежкой, что сначала вот родителям ну, потратим. Для нас самое главное, чтобы наши мамы были счастливы. Да, нас и... это очень радует. И плюс наши мамы будут рядом жить. Моя да. мама и Андрей мама. Так что мы поехали, в общем-то, в отдел продаж. У нас там уже ждут. Для того, чтобы уже составить договор. Причем не на меня, а на тещу. Сразу. Мы сказали по отделу, что у нас готовится такой вот сюрприз. И спросил, мы можем оформить документы. Причем самое интересное, я просил тещи документы там. Она же думала, что через 2 года.
Я сказал, что типа якобы там проверить по базе, как мне добыть документы от тещи. Типа сказать, нахрена тебе документы взять от меня. И я потом, когда она уже узнала о том, что надо присягнуться, кица. И вот в тот момент, когда теща узнала, что мы планируем в будущем подарить ей квартиру, как бы через 2 года, я просто сказал, типа, скиньте, пожалуйста, документы, потому что там уточнили, проверить, ну, может, на вас нельзя покупать там квартиру. Ну не там, важно, не какие-то важно документы, чего-то. Да, конечно, надо проверить, я говорю, ну, по базе, чтобы потом, вдруг там через 2 года потом не было форс-мажора. Я такой, знаете, уметель там на ухо упасть, что-то придумать, мама такую информацию. Мама моя проверила, да. Да, говорит, ну, хорошо, и все, она мне кидает все мне нужные документы для того, чтобы оформить покупку, и вот сейчас мы едем это все дело делать. Что самое интересное, говорю, она не догадывается. Да, она знает, что планируется квартира. Вы представляете, что вы планируете квартиру заехать через 2 года. Через 2. Не через там 4-3 месяца, а через 2 года вы планируете заехать. То есть вы понимаете, что вам еще не одну зиму жить там и топить дровами. Вот. А тут планируется, что все, зимы там больше не будет. То есть мы планируем, чтобы София в этом году уже ходила в школу. Это сложная задача, потому что еще даже не то, что дом еще не сдан. Его сдают где-то в конце июня, в начале июня. И у нас есть всего там месяц-полтора до 2 для того, чтобы сделать все. Ну, практически это будет нереально, но я уверен, что хотя бы основное, то есть, да, может быть, шкафы еще не придут. Но вот для того, чтобы заехать жить, кровать там, туалет, ванна, кухня должно уже стоять и там быть. Надеюсь, что у нас максимально все получится. Будем к этому стараться и стремиться. Ну, а вы наблюдайте. Да, поэтому приятного просмотра. Ну что, ребятушки, можете нас поздравить. Первая цель выполнена. Да, мы купили квартиру для тещи. Да, вон папочка тут такая лежит. Там все документы, все бумаги. И где-то вот, как нам сказали, июнь планируется, что будет заселение. И там как раз уже выйдут ключи. Угу. Сейчас мы ждем Андрюшку на маму, чтобы поехать отметить кальян. Она просто знает тоже все, но она просто тоже мы все едем в секрете держит. Да, мы едем отмечать подарок для тещи, но без тещи. Да. Мы едем праздновать свою победу такую маленькую. Да. Ну, как сказать, маленькую. Для кого маленькую? Для кого-то там люди целую жизнь зарабатывают. Я помню, как мы со Снежкой мечтали о какой-то малюсенькой квартирке. Однокомнатной. Такой маленькой, квадратов 20-30 хотя бы, помнишь? Угу, да. А мы купили 50 квадратов. Вполне, то есть... Не 50, мы квадратов. 52. 52 квадрата? У нас квартира 52 квадрата? Нет, для тещи. А, у мамы моей было, да. А у нас 106. У нас 106, да, мы это там да. Подсобирали. У нас там на самом деле у нас попугаи всю комнату занимают. Да. Вторая, там просто кровать и мое записывающее место. Ну, то есть там в 50 можно реально более-менее плотненько, шикарно, то есть разместиться. Причем это новострой. Очень классно, что это не хрущевка, не старый дом, там с плохой уже проводкой. Это прям новострой. Так что вот как-то так. Ну, в общем, пока к тому времени, как сдадут дом, чтобы ремонт можно было начать делать, мы будем собирать еще Андрея маме на машинку. Ну, я должен собирать теперь еще, во-первых, там вернуть небольшой должок, ну, то чуть-чуть, потому что пришлось очень срочно покупать квартиру с переплатой. Мы переплатили, получается, можно было купить за 1 000 000, а мы переплатили за 1 200 000. За 1 250 000 квадратов, да. Да. Потому что эта квартира сдается не через 2 года, а через 2 месяца. Да. Вот так вот. Да. Вот. И там у нас еще должны со Снежкой потом в ближайшее время прийти 2 новых мотоцикла Honda на автомате. Вот на них еще чуть надо подзаработать и оплатить. И потом будем собирать для моей мамы на крутую машину классную. Да, мы вообще сначала думали первую машину заказывать, но потом Андрей... Мы вообще думали 2 машины одинаковых. Ну да, да. Но потом пришли к тому, что... У тещи, многие думали, где Субарик, теща ездит на Субарике, и у нее, типа, квартира, жилье было намного важнее, чем новая машина. Ну, мы просто дали ей выбор. Да, мы поняли, что типа, что важнее, машина или все-таки квартира? Она сказала, квартира. Ну да, потому что квартира, в Андреевой мамы есть, например, квартира, а машины нету, вот. Поэтому... Ну, машина есть старенькая. Ну да. Вот, а у мамы и тещи есть только... Старенькая машина, хоть и сделана, наш Субарик, да. Но жилья, то есть только в селе и так далее. И поэтому, конечно же, выбор у нее упал на... Эх, мама когда-то почувствовала, что такое печку не топить. Да,
Многие вещи ты бывает даже не задумываешься, потому что ты что-то имеешь, горячую воду дома, там, конечно, отопление, да. Не знаю, посрать, сидя в туалете. А кто-то, блин, вот мы с Андреем, ходит когда... в туалет на улицу, мы с Андреем, греет воду в тазике. Приходим домой, мы с Андреем всегда радуемся тому, что у нас есть, да? Свой дом. Да. Даже не то, что квартира, как кажется, дом, квартира. Свой уголок. То есть, свой уголочек, да. Где ты сам себе хозяин, и типа это твое, и ты прям вот понимаешь, что это не арендованное, не вот прям вот все твое, и оно прям аж хочется так жить. Я когда это, например, мою с душу, думаю, боже, слава богу, что у нас есть горячая вода. Просто я выросла... Мы даже поставим еще один бойлер. Да, еще один поставим. Я просто выросла там, где нужно было греть воду для того, чтобы покупаться в душе летним только там. А когда ты приходишь домой, дома есть душ, это бесценно просто. Дальше мы уже практически подвинемся куда? К стройке? Ремонту? Ну, ремонт уже будет, да. Да, так что смотрим дальше. А кто это у нас пришел? Привет! Здравствуйте! Едем праздновать? Да. Сегодня. Мама у нас как партизан молчит. Конечно, молчу. Секрет. Мама знает наш секрет. Да. Да. Ну, придет время, когда пойдем тоже кое-что еще праздновать, да? Мать довольна, узнала некоторые тайны тут. Котик, привет! У нас сегодня новый день этого видео. Сейчас я включу свет. Опа! Всем добрейший вечерочек. Коди, куда мы едем? Мы решили тещу обрадовать перед Пасхой. Раньше. Вечером. Да, все-таки, потому что дом будет сдаваться. Точнее, мы планируем где-то ближе к осени. И все-таки нужно ее подготовить, что если что, тут малая будет уже в школу ходить. Да. Вот. И вообще, чтобы человек уже был счастлив. Ну, в общем, моя мама очень стеснительная, но вы сейчас это увидите. Ну... Да. Я сейчас максимально все замазал, там она не увидит ни улицы, ни дома, ничего, она не будет. Но будет написано, типа. В общем, что... у нас идея такая. Мы сейчас приезжаем. И Андрей такой говорит, что. Теща. Ну и вам там документ на этот Viber просто посмотрите, пришло. А, смотрит. Документ? Или ну, просто смс-ка. Ну, я вам там фотку отправил на Viber. А вам, фотку, да? Пришло. Она смотрит. А что это? А я кажу ей, Христос воскрес. А там написано, что такая-то там Наталья Владимировна, поздравляем, точнее не поздравляем, вы оплатили 100% стоимости за квартиру. Все, счастливо вам и любви, достатка и так далее. Я представляю, какие моя мама будет внутри эмоции переполнять. И она, наверное, вообще не поймет, ну, типа, в смысле. Вот так вот. Ну просто моя мама по эмоциям более такая сдержанная. Ну есть разные люди, да. Если бы это Чен был, там Чен бы, не знаю, нам хату бы разнес. А есть люди такие, которые в себе, но потом, если кто-то ушел, они такие... Ну стопудово она будет счастлива. Как бы мы это не делаем с целью типа, о, давайте там теща яркие эмоции, больше, больше. Нет, какие будут, такие будут. Но я уверен, что это будет положительно, не будет такого. А, еще одна квартира, да. Ну ладно, да. Приятненько, конечно. Хотела, конечно, Porsche Cayenne, ну, ладно. Не, ясно, что человек, блин, будет не то, что счастлив. Многие люди, работая всю жизнь, не могут себе позволить купить квартиру. Это плохо, конечно. Вот. И Снежкина мама, наверное, тоже, наверное, не смогла бы, если только дом бы не продала бы и так далее. Но это очень сложно. Это реально очень сложно. Но мы поможем. Есть дети, и мы решили вот все-таки не оттягивать, но не будем показывать, где, что, какой дом. Ну, пока ремонт не сделаем уже. Да, да, да. Но она уже хотя бы будет готовиться. Да, потом доделаем, сделаем там ремонтик, все красивенько, чтобы было, и тогда мама уже заселится. Да, потом это будет второй этап, когда мы уже подали документ, потому что я сейчас никакие документы, ничего не дарю. Ну, мы просто взяли, да, с собой фотографии. Да, документы, что оплачена квартира. Вот, а потом уже ключи от квартиры и документы, уже снимем реакцию, когда она уже заходит в квартиру, и вот эмоции, то будет тоже очень интересно, потому что это будет, короче, двойной шок. Первый, когда узнает про квартиру, второй, когда она ее уже увидит. Ну да. Едем. Сегодня, значит, такой праздник майский. Да, первый сегодня мая. Вот вечером Пасхи святят, яички. Сейчас мы едем еще с Андреевой мамой. Да, мама говорит, вот. Тоже мама говорит, я тоже говорит за. Да, за компанию. Говорит, я с вами. Она с вами всегда за компанию. Да, говорит, я с вами. Поэтому... Всей семьей сейчас сядем и вот отметим такой наш праздник. Угу. Мама тут елу стрижет. Прическу делает, да, мам? Угу. О, котята у Софии тут, да? И вот там еще.
София тут нянчится с котятами. І вот ще масочка есть. У мене всі вуси котенятечка. Я мать котенята, я. Книжка. Мама читає. А ну, читай голос, щоб вони таке. Це сон? Так, та мам, що таке? Не скажу. Мама, скажи. Ой, Боже! Это вам на память, я никогда не завяну, будут напоминать. Мама. Это то, что я делала, мама. Так меня. А класс. Что ты написал? Не скажу. Ну, скажи. Зажимай руки, но... Что ты? Я почитаю, мам. На. Это будет не через 2 года. По идее, это будет уже в сентябре где-то. Этого года. Мы перекупили дороже у человека, но документы все будут полностью уже на вас. Серьезно? Но, новая квартира, то есть она сдается вот в конце июня. Да. Мы там сделаем ремонт. Планируете, что все, этой зимы уже здесь не будет. Ого! И вы уже будете жить в квартире. Офигеть. Собака, что ты улыбаешься? Старих тезгів не хочеш. Нормально, але так красиво. Ти рада? Буквально пару днів назад. Ну, Софія, такі все ми нікому не кажи. Ми вже будемо, як все благо, будемо у квартирі жити. А де ми денежку візьмемо? За що ми її купимо? Це Софія? Так, у нас же денежки такої немає. Я кажу, ну якось... Буде квартира, як все хорошо, то буде. А де ми її візьмемо? А де? А що? Це цілий день, тільки я сказала, цілий день ходила, дергала мене. Скажи, от куди квартира? Усіла! Мама тут хазяйка, паски напекла для гостей. І яєчко теж є. Яйки. Це ми з Софією сьогодні розкрашували. Так, да? Молодці. А тут у нас сирок з маком. Вкусняшка. Вообще столько мака, начинки столько. Котик, любишь пирог с маком? Обожаю. Да, любая сладость. Тут и с медом, мак и с медом. О, ничего себе. Ну что, настал долгожданный день. Едем подписывать документы по квартире. Не, мы их подписали. Сейчас сегодня будет прием наконец-то. Да. То есть уже отдадут ключи, должны показать. Отдача ключей. Ну, а с нами едет мамульчик. Мамульчик, приветик. Потому что мама должна там подписать какое-то. Ну, чтобы по-правильному, да. Да. Что, типа, есть владелец, она подписывает. Можно было и не по-правильному, не проблема. Но уже решили, хай будет все. Но маму мы в квартиру не пустим. Мы только вам сейчас покажем. Угу. Мама будет под домом стоять. Мы ее впустим, когда уже будут. Да, мамульчик? Козульки. Ну, все, мы маму оставили внизу. И идем показывать вам. Все новенькое, заклеенное такое. 25 этажей. А-а. Вот такой здесь вход. Вот эти двери будут меняться, потому что они не очень хорошие. Застройщика, да. Да, двери застройщика всегда нужно менять. Сейчас покажем вам, как здесь. Здесь, короче, в планах что у нас? Здесь, получается, мы планируем поставить, ну не знаю, влезет или не влезет. Здесь такая ниша есть, просто типа гардеробная. Да, мы сюда хотим небольшой шкаф. Вот так вот. Эта стенка перенесется чуть-чуть дальше, чтобы прихожую чуть-чуть увеличить. И вот здесь будет дверь. То есть мы эту стену сдвигаем чуть в сторону, для того, чтобы у нас в коридоре тоже было немного места. Потому что мы будем делать двухкомнатную. Мы вот здесь вот потом делаем стенку. Видите, здесь вот большая комната такая, с которой можно сделать две. Получается, у Софии комната, она будет полностью вот, как я себе представлял, вот, она ложится. То есть вот
Тут кровать становится полной. Эта комната будет для Софии. Тут. А тут будет... небольшая, но если не сделать красиво это так, то ну, вполне адекватно, какое менее будет. То есть где поспать, телевизор, стол. Ну там будет телек, получается, у Софики да. на стенке. И у мамы тоже будет телек где-то здесь. На стене, да. Либо здесь, либо на этой стене. Тут стенка будет у нас, вот перегородка такая. Да. То есть окошки будут в каждой комнате. Вот здесь планируется, вот тут где-то стена перенесется вот сюда вот. Угу. И получается, вот здесь будет дверь, вот тут вот. А вот здесь, получается, будет шкаф. И этот шкаф будет с коридора и прям до отсюда. То есть огромный шкаф. До этой стенки. То есть будет и у мамы в спальне шкаф, у тещи. В коридоре обязательно шкаф будет для того, чтобы какие-то вещи там тоже можно было сложить. И у Софии тоже где-то вот примерно вот в этом месте будет тоже будет небольшой шкафчик. Вот там под заказ будем делать. Вкратце, кровать. И вот здесь где-то кровать ставится, вот так вот. Тумбочка, тумбочка. Тут может быть какой-то столик. Ну, то есть все. А дальше еще кухня. Да, кухня, ванная. Но кухня такая большая здесь. Вот, смотрите. Вполне просторно. Огромная кухня. Здесь можно разместиться. Просторно, то есть поставить. Здесь вот островок кухонный полностью. Там все выводы будут сделаны. Здесь какой-то столик покушать. Ну да. Вот. И балкон. Балкон тоже. Ну, тут балкон... Ну, такой маленький, но ничего тоже. Да, обошьют его. Мама будет сушилка, поэтому на балконе она сушить не будет. Мы ей купим сушилку, да, котик? Угу. Как-то красиво да, сделаем. Все туда. В один цвет с этим. И все. Можно открывать окошко и дышать свежим воздухом. Ванная здесь вот, вот такая вот. Небольшая будет, то есть, как я планирую, вот здесь вставляется вот ванна по этой длине. Где-то вот здесь, получается, мы ставим сральник. Либо здесь, либо здесь. Может быть, даже здесь. Здесь ставится сушильная машина. И стиральная. И стиралка, либо бойлер. Надо смотреть, потому что надо еще где-то бойлер вместить. Либо мы бойлер еще вот здесь горизонтально просто вешаем. Но здесь тоже место хорошее для бойлера высокого. Я поставил бы, наверное, ну, короче, надо бы посмотреть, покрутить, поразмыслить. Короче, пока квартиру пустая, но скоро начнется у нас веселье, да, котик? Mm-hmm. Тогда, когда уже все сделаем, все под ключ, тогда уже будем маму закрытыми глазами сюда заводить, показывать ей сюрприз, этот подарочек. Андрюшка уже привез сюда строительный унитаз. Это временный, тут будет другой стоять. Но это тоже новенький такой, для строителей. А ремонт закончится после моего дня рождения? Нет, я думаю, до. До? Угу. Мы постараемся, чтобы до. Ну, до дня рождения невозможно, я думаю. Ну, мы постараемся успеть. А ты хочешь, чтобы мы успели? Да. Так, короче, разобрали тут уже стену. Вот раньше она была вот здесь вот. Снесли. Теперь в итоге вот здесь будет одна дверь. Вот здесь будет уже стеночка. Вот так по прямой еще одна стена. Конечно, появился мусор от этой стены. Разбили, будем заказывать грузовую машину для того, чтобы все увозить. Новые газоблоки, с них выстраиваем вот здесь вот стеночку. Тут вот появляется вот дверь в одну комнату. И вот там вот, ну, образно, где было чуть короче. Вот здесь появляется вторая дверь. То есть одна дверь, вторая дверь. Первая небольшая для Софии. Комнатка. И вот тут вторая будет для тещи. Унитазик строительный. Вот. Тут позбивали радиаторы. И на кухне тоже. Переделываем все по-нормальному, потому что подоконники ужасные. Все запенивается, чтобы ничего не проседало. Тут балкончик тоже повыбивали, потому что он будет делаться штукатурка. Радиатор чуть-чуть сдвинется, поэтому сбили бетон. Ну, короче, сейчас вот, вот так вот. Красивый потолочек такой. О-о-о, хай-тек. Потолок хай-тек. А пол здесь вот такой. Заходим, смотрим результат. Тут за два дня порешали, смотрите. Стояли старые стенки, теперь стоят уже новенькие. Вот такие. Вот тут уже две комнатки получилось так.
Там будет маленькая комнатка у Софийки, но зато своя будет. Прикольно, вообще квартира как-то немножко поменялась. Это будет мамина комната здесь. Вот такая вот. Видите, тут побольше комната получилась. Мусор потом вывезем. Это кухня. Тут тоже уже батареи поснимали. Стройматериалы уже завезли. В общем, работа кипит. На улице дождя нету, но так гремит. И вдалеке, смотрите, вон, как видно, как дождь идет. Думаю, к нам скоро тоже дойдет. Штукатурки так много, мешков. Это все, получается, уйдет на стены. Еще блоки даже остались. Из-за того, что здесь окна очень низко, получается, то мы поставим еще блокираторы на ручки. Потому что здесь будет комната Софийки, чтобы она вот так не открывала окошко сама. Здесь ставится другая ручка, и можно поставить только будет на проветривание, либо просто закрыть. То есть только две функции будут. Потому что София еще маленькая, когда уже вырастет, тогда уже, конечно. Ну, вообще, это для безопасности классно, когда другие ручки здесь будут стоять, чтобы вот так не открывать полностью, когда ребенок в комнате. Оп, завели кондиционер. Это мамину комнату. Получается, так он по стенке идет и выходит вот там возле двери будет, потому что здесь будет кровать на этой стороне, чтобы не дуло в лицо, когда лежишь, то будет там кондиционер. Софии в комнате сейчас покажу, как будет тоже. Здесь была стенка, получается, мы ее сдвинули. У Софии, получается, кондиционер тоже вывели с окна. Вот сюда. Так вот наверху вот тоже. Вот тут с краю. Потому что здесь тоже будет кровать стоять вон для окошечка. И здесь будет столик стоять. Ну, это мы так рисовали с Андреем. Вот мы с дизайнером еще работаем, чтобы он все красивенько проставил нам, полочки, все. Столик, стульчик, ну, шкаф. Тут, короче, потом посмотрим, как в результате будет. Я думаю, будет красивенько очень. Вот это усилили стену уже прямо. И, получается, которая на кухне тоже будем усиливать, потому что мебель, чтобы держалась хорошо. Короче, от застройщика такое себе здесь немножко. Мы переделываем много, и подоконники тоже переделываем, посрывали. Потому что некачественно были сделаны тоже от застройщика. То есть здесь пока их нету, потом они здесь будут. Балкончики утеплили уже тут. Видите, будут штукатурить потом. Ну, короче, пока вот на таком этапе. Забрали мешков штукатурки, потому что не хватило там на квартире. Сейчас будем все грузить в машинку и везти. Сейчас покажу, что нам вообще сделали. Там уже почти поштукатурили все. Посмотрим потом с Андреем, поедем в агромат пол. Что-то еще там, плиточку посмотрим. И потом уже будем делать заказик. Гелик используем по назначению. Нагрузили кирпичей. Целый багажник. 20 блоков там получилось. Много сюда влезло, 20 штук. Понадобилось докупить. Сейчас мы, в общем, покажем, что там уже сделали в квартире. Котик! Ты где? Привет! Здрасте! А, смотрите, тут уже поштукатурили. Конечно, от застройщика здесь были стены кривые, да, котик? Ну, да. Все исправили. Ванная. Вот так вот здесь тоже. Вот эту стену усилили. И вот эту усилили. Видите, здесь тут дополнительные вот газоблоки. Так, у мамы тут будет стоять красивый подвесной унитаз, точнее не стоять, а висеть. Вот такой пол пока что некрасивый. Но мы уже плитку там такую классную выбрали на пол. Обои тоже уже выбрали. Сегодня поедем подоконник, как-то купим один на балкон. Здесь у Софии в комнате тоже поштукатурили все красивенько. Это кухня. На кухне тоже уже красота он доделывают. И балкончик. Балкончик уже тоже все, да? Откос остался. Откос. А на полу еще будут делать, заливать на пол. Да. Потому что там у нас на балконе очень кривой пол. Сквозь большой. Будут равнять. Короче, красиво будет. Конечно, похолодало на улице, будет долго все сохнуть. Ничего страшного. Главное, что работа быстро очень идет. Целый день сегодня мотали с Андреем, уже и ночь наступила. Закупили подоконнички, Андрей съездил, вот такие беленькие взял, новые в квартиру. Думаю, сейчас мы их и завезем туда, чтобы их уже ставили. Там ребята завтра утром могут уже поставить.
Помните, я вам рассказывала, что у мамы будет подвесной унитаз? Вот это, конечно, временный до сих пор стоит здесь, который мы покупали строительный. А вот это вот уже сама инсталляция, которая будет для подвесного унитаза. Ну, да, вот уже крепеж. Видите, как она выпирает? Да. Инсталляция есть, сама. Ну, здесь будет еще бойлер навешиваться. Да, здесь будет сверху бойлер. А вот бойлер. Его привезли, вот он стоит. А вот бойлер сам, да, сегодня привезли как раз. Вот, вот там стоит унитаз. Вот такой унитаз будет у мамы, сейчас покажу. Вот, старые подоконники вот, а вот новенькие. Вот сделал, я купил новые, вот такие вот средние. Новенькие подоконники уже поставили здесь. С этим заходом, под кондиционер штробы. Ну, это я уже показывала, да? Да, вот. Все, пока. Пока так. Да. На кухне тоже уже трубы вывели. Смотри, котик, на кухне уже тоже водичка. Ну да, ну что-то подключили. И вот здесь, вот здесь мама стиралка, сушилка будет стоять. Да, 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 да. Вот получается, мы уже вот даже прорисовали уже стиралку, сушилку. Да. Одна на одной будет. Сейчас такие модные есть, которые можно одну, красиво, на одну ставить. Очень красиво, мы даже так не делали. Получается, у мамы будет сушилка с сливом. Именно. Вот, вот тут да. Типа получается умывальник. Mm-hmm. Вот сюда типа, ага, вот, вот сюда подключается посудомойка. Посудомойка? Которая будет, да, которая будет отсюда заливаться. Mm-hmm. А раковина будет вот, вот там? Здесь, вот, вот. Вот здесь вот. Над посудомойкой, да? Посудомойка здесь, а раковина здесь. Mm-hmm. А посудомойка здесь. Mm-hmm. Уже есть как бы чертежи некоторые. Короче, нам осталось еще подождать месяц, пока штукатурочка высохнет. Потому что сказали, дольше всего будет сохнуть штукатурка. Вот да, это. Уже пол ровный здесь. Пол здесь уже выровняли. Штукатуренный балкон. Смотрите, какой пол здесь ровненький уже. Здесь еще будет укрепить. Даже мам такого не заливали, да, котик дома? Да, мы да. Вообще делаем, ну, мамы по новым технологиям. Сколько тогда было времени? Мы тогда вообще заехали, у нас ремонта даже не да, было. А тут же делаем все как бы с умом. Не экономим, как бы, чтобы классно все было. То есть тут балкон утеплили. Поштукатурили, потом это все там еще, ну, как называется, шлифу, короче, какие-то эти вот термины, шпаклевка, да. Чтобы все было красиво, тут это все покрасится, сюда потолочек, светильники, тут будет выключать, тут будет розетка на балконе, у нас такого нету. Да, у нас вообще много чего нет. Да, здесь будет. На кухне подоконничек тоже уже поменяли. Кстати, на балконе не было подоконника, вот сделали тоже, видите, мы купили подоконничек. Да, и хорошо смотрится. Я еще взял чуть побольше его. Вот такой подоконник у мамы будет на балкончике. Маленький, но есть. Вот тут у мамы будет стоять раковина. Здесь уже даже вывели трубу для раковины. Все поправили, мы все четко. Вообще все классно сделано. Да, все вообще ровненько. А это сделали, зашили для ванной. Здесь ванная будет. Типа будет, сюда будет подключение, и сразу со стены будет вода. Блин, короче, здесь очень круто, все так продумано. Мне классно сделано. Я да. Так смотрю, все так максимально трубы в стену прячутся, то есть все так зашивается. Тряпку кидали на колоду, подключали, проверяли. Ну, короче, вот так вот. Теща будет довольна стопудово. Ну, я доволен то, что сейчас происходит. Я тоже довольна. Правда, я вот смотрю, мама моя будет вообще счастлива. Я смотрю, ну, делается все прям. Но их ценник достойный, я скажу так, ну, реально, то, что я сейчас вижу, ну, соответствует их работе. Да. Ну, они хорошо, они еще. То есть, ну, нет такого, что значит ценник такой, а ты смотришь, типа, ребята, бля. У нас как-то было дверь вообще так вот открывались в другую сторону, там как-то на кальянной. Что это за хрень? Начальника, не рвайся, Ламара. Нет, эти реально пашут. Они вообще за недельку, за две уже вот это сделали. И просто самый сложный этап — это штукатурка, чтобы высохла. Долго, да. Вот они сейчас это все сделали. Сейчас мы докладываем проводку, сантехнику. И где-то месяц надо будет подождать. Пока высохнет. Вот просто вот мы за минимум на месяц. Если еще сильно похолодает, то чуть больше. Ну, если включить отопление, то быстрее чуть пойдет. Ну, то есть месяц это нужно просто ничего не делать. Ну, ждать, пока высохнет стену. Да. И дальше будет уже второй этап. Это плитка. Напольные там какие-то потолки, обои, кухню, короче. Дальше же будет второй этап уже финальный, он будет понемногу идти. И наша задача до Нового года сделать такой вот предновогодний уже подарок, чтобы теща ну, да. Сюда заехала уже до Нового года, чем быстрее. Чтобы не обязательно Новый год она праздновала здесь. Да, не обязательно 31 декабря, а именно чем быстрее это все сделать, но чтобы до Нового года в этом году закрыть. Потому Кстати, что мы сделали подарок уже моей маме, это крутую машину, а это как бы второй подарок, который а мы подарили. А если вы хотите увидеть то, что мы Андрею маме подарили, перейдите по ссылке в описании. То есть таких вот два подарочка для наших мамочек. А еще мы купили обои. Я потом покажу. Крутые. Да, тоже очень крутые. Смотрится как декоративная штукатурка прям.
но не очень красивые, классно. Да. Самые красивые обои, которые были там, мы выбрали. И входные двери мы уже смотрели, там и мешком тоже. И было. Плиточку короче, сегодня будет очень, тоже. Будет очень светлая, да, сегодня должны плитку привезти еще и кондиционеры. А плитка такая, как цвет под мрамор. Да. Короче, будет красиво очень. Такой же, с бежевым, таким желтоватым оттенком. Ну, то есть. Мама моя говорила, сделайте что-то такое, там, цвет типа капучино, да. Ну, короче, пытаемся сделать эти что-то капучино. Все. То есть не белая квартира, а светлая. Такая бежевая больше. Да, 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 типа светлый беж. Ну, короче, ей понравится, я уверен, то есть делается очень современно, классно. Да. Позже увидите все. А еще тут смотрите, какие переходнички, какие-то с латуни, это или с чего они. Ничего себе, у нас такого тоже не было, даже Саша такое нам не советовал. У нас обычные, да, котик? А я не знаю. У нас обычные такие, как цвета железа, переходнички, а тут столько вообще всяких таких, вот такое что-то. Короче. Нет, потому что очень много, это же оно все запечатывается в стену. Не, ну понятно, что запечатывает, но смотрите, какое оно качественное. Класс. И вот еще. Такие какие-то тройнички. Это вот, чтобы выводиться наружу, когда подключаться. Вообще классно. Короче, все такое новенькое. Круто. Смотрите, какой у мамы сквозняк. Мы, короче, сегодня не пойдем никуда, потому что там что-то грузят. И сквозняк большой, что лифты даже отключились. Закрывай квартиру. Ты послушай. Вот это там звук. Я только что где-то открыл дверь, думал, мне нахрен вынесет. Смотрите, ребят. Не надо открывать. О, не надо открывать. Да. Я еще только что чуть не улетел нахрен от дверей. Слышите, какой там сквозняк, звук какой. А почему там сквозняк? Откуда я знаю? Реально, а почему? Как тебе сквознячок, котик? Я офигел, бля, не полшува, я думал, просто легкий сквозняк. Это ж пожарная какая-то система, да? Я чуть не обосрался. О, провод вывели. Да, точно. Сейчас прошла неделька. Покажем, что здесь делали за неделю еще. У нас такие мощные ребята работают здесь. А ты знаешь, как свет включить, да? Да. Ого, сколько проводов тут. Ё-моё. Так, ну смотрите, что здесь сделали. А, тут уже и сетку какую-то поклеили на стены. Вау, тут стены уже ровные. Ничего себе преобразилось как. Смотрите, сколько проводов. Это все на розетки, на всякие там системы. Вот оно отсюда выходит, получается. На потолок тоже разводочку сделали хорошенечко. Вот так вот. Оп. Сейчас покажу дальше. Стены такие ровные стали, класс. А вот Софикина комната, смотрите, как красиво тоже сделали. Здесь провода как по потолку сделали. Красота, котик! Термоголовки. Купили еще терморегуляторы. О, плиточка уже, сейчас покажу вам, какая у нас будет. Смотрите, плитку мы уже заказали. Она уже здесь. Вот такая красивая будет. Нам уже дизайнер сделал проект, поэтому у нас тут уже проводочки все такие будут выведены. Тут телек будет висеть. Получается, у Софийки тоже розеточка уже здесь будет тройная. Для кондиционера, смотрите, как красивенько тоже уже сделали здесь. Замазали все. Вообще все стены такие ровненькие сейчас. Следующий этап у нас это... О, инсталляции уже сделали. Там в инсталляции тоже будут розеточки. Получается, там возле унитаза можно будет даже зарядить телефон. Ну и для зубных щеток. Тут будет умывальничек стоять. Этот провод висит, который на стенке, это для зеркала вывели его тоже. Ну и, конечно же, на потолок тоже провода, чтобы разводку сделать на точечные светильнички. Потом, здесь дальше у нас, смотрите, пол залили, чтобы был ровненький. Вот там вот все красивенько замазали. Вообще, котик, очень качественно все, да? Конечно. Прям очень круто ну, сделали. Все, мы делаем все продуманно. Провода, все это под цвет, все выводим красиво. Да, очень круто. Лишь в стене как попрятали шланочки, как подводы, труб. Ну да, я уже показывала. Все по-человечески. Нам, ну вот инсталляция, вот видите, сколько места заняло, получается. Как раз хорошо, правильно ее вывели. Здесь, где инсталляция, вот, будет напротив висеть полотенцесушитель. Просто в другое место его нельзя вешать возле ванной. Потом здесь ванная, мы уже говорили за это, вывели тоже уже трубы для ванной. И умывальник. И последняя комнатка, это у нас кухня, я вам покажем. Ты там показала уже? Да, показала. Ну, кухня вот.
Так, кухня. Все, все ровненько. Да. А потом еще ровнее будет. Это пока сеточка, потом еще ровнее будет. Это чтобы не трескалось, ничего не отшелушилось. Ну, короче, по правильным техникам. Тут а вот смотри, для вытяжки вывели уже. Вытяжка, розетки да. Для плиты. Вот вся инсталляция под раковину, угу. Посудомойку, подвод воды. А здесь будет сушилка? Сушилка, стиралка, для нее розетка, сушилка, стиралка. Чтобы вы вкратце понимали, дизайнер есть, ну какой? Это человек, который нам делал кухню у нас в квартире, шкафы и так далее. И я, в общем-то, прорисовал, как это все здесь должно быть, показал ей. Говорю, пожалуйста, у тебя мои каракули перенеси на адекватные картинки, чтобы строители могли понять, на какой высоте, в каких точках, что мой художник. Да, потому что мои каракули показать этому ремонтнику, говорит, что это? Не, ну я примерно понимаю, но что это? Вот, поэтому я ей дал, она все уже мои рисунки воплотила в правильные чертежи. И я ребятам говорю, вот, они такие, а, поняли. Поэтому в моей голове была, в общем-то, идея как-то все сделать, а она это уже идею воплотила, чтобы это можно было читать и понимать, что нужно для этого сделать. Поэтому месяц сохнем, то есть мы сейчас тут по факту месяц находиться не будем. Я заказал входные двери, межкомнатные двери, плитка уже лежит. То есть мы бы сделали ремонт бы быстрее, но просто из-за того, что сохнет штукатурка, то мы не можем дальше гнать. Ну, в общем, сейчас мы на вот таком этапе. А когда уже приедут через месяцок строители, когда все высохнет, стены подсохнут, будем продолжать. Да. Сначала казалась такая маленькая комната, скажи, вот вначале мы пришли. Ну, такое ощущение было такое, а сейчас уже ты заходишь? Ну, уже привычно. Уже как-то привычно. Ну, типа, не то, что прям огромное, нет, ну, привычно, зато отдельно стоящая комната. Ну, для ребенка нормальная комната будет. Да, я думаю, любой человек скажет, лучше иметь маленькую, но свою, чем жить в одной большой, ну, там, с мамой. Ну, да. Я думаю, тут никто не поспорит. Я даже если сказали бы так, сделал бы, сказали, тоже хорошо, чисто кровать поставить и все. Да. Плиточку мы решили делать, получается, на кухне, на полу вот такая вот, везде одинаковая плитка будет на кухне, она будет переходить вот сюда, коридор, в ванную, стены такие же будут, это для стены тоже мы заказали. Да. А тут будет ламинат, спальня и в спальне. Да, а в спальне будет ламинат в этой комнатке и в этой комнатке, а на коридоре тоже будет плиточка вот эта. Ну, такая под мрамор красивая. Да. Все, поехали. Приветули всем. У нас прошло некоторое время, пока здесь тишина, можно чуть поснимать видео. Смотрите, уже стены подготовили к обоям. Вот какая красота, уже все ровненько, беленько. Здесь откосы уже ровненькие тоже. Вот тут тоже, видите, все замазали красивенько. Вот розеточки здесь будут. Пол, тут дырки уже нету. Балкончик тоже уже, как под покраску, можно его. Ладно, балконе красота, конечно. Следующий этап, это уже будут ложить плитку на пол, на кухню и в ванной. И будем дальше идти потихонечку. Помните, какой жгут проводов здесь был большой на всю квартиру? Теперь здесь красивый счетчик такой. Провода красиво составлены, видишь, с дыма проводки всей этой. Привет. Здрасте. Все красивенько так. Да. Поехали. Бойлер вешали. А видишь, они все поскладывали здесь. Поставили здесь фильтры такие, чтобы в квартиру заливалась чистая водичка. Да, котик? Угу. Будет красота. Все, пошли домой. Посмотрели работу, оценили. Все супер. Всем доброе утречко. У нас внезапная ситуация, мы подорвали с Андреем как... В жопу жареный петух. Подорвались почему? Потому что кто-то пытался вскрыть квартиру. Ситуация такая, что 3-4 дня в подряд, где-то в 9, в 10, в 11 разное время врубали свет вечером. Я же думал, что это как бы этот... Знаете, типа вдруг перепады этого напряжения, хотя больше ни у кого их не было таких перепадов, как у меня. А под утречко включали, то есть какие-то строители, которые там жили. Часиков 6 утра включали. 6-7, да, то есть они проверяли, есть ли тоже там, кто же-то из живущих, из строителей. Ясно, что еще люди там не живут, уже все делают ремонт, а вот строители могут жить. И проверяли, выйдут ли строители, чтобы включить свет, как бы там телефон зарядить и так далее. Сегодня мы спим с котиком. Да, поздно очень легли, в 6 утра всем. Тут бас сирена на телефоне. Датчик открытия дверей, да. Открытие-закрытие дверей сработало. То есть кто-то пытался открыть, закрыть? Отгибали дверь, да.
Видимо, кто-то засунул отвертку там, где вот этот датчик. Ну, там много вариантов, что можно засунуть, да. Да, и получается, когда отгибается дверь, то датчик двери либо рассоединяется, и все, и срабатывает сигнализация. Там первая дверь от строителя, там она вообще сделана из говна и палок. Ну да. Вот. Но мы думали, что там какой-то нет все-таки, вот. Но сигнализация тьфу-тьфу, себя, в общем-то, купила и... Поэтому мы сейчас едем в эпицентр, чтобы заказать уже установку дверей. Ну, да, хотя мы думали это делать, но ну, где-то чуть позже. Чуть через две недельки где-то так. Ну, неделя как минимум хотя бы, да. Вот. Я просто такой позавчера мне позвонили, сказали, как раз входные двери приехали. Откуда? А, ну хорошо, там, это давайте знак. Вам сообщу, да. Я вам сообщу, когда там установить. Хорошо, все, ждем. Поделился с чем-то. Я смотрю такой, датчик открытия дверей. Я такой, схерлали, бля. Ого. Мы еще маме камеру, наверное, поставим, да, котик? Ну, посмотрим. Может, ну, быть. Как бы, да, там есть как бы сигнализация и камера. Ну, посмотрим. Это уже такой вопрос. Вот, ну. Вот, ну, а пока мы едем. Но ничего не украли. Ну, потому что дверь не открыли. Сработала сигнализация на размыкание датчика. То есть это не просто подергать дверь, там такой не сработал. Это нужно именно отгибать дверь, чтобы сработал датчик. Я это туда и сделал. Значит, следующая часть — установка двери входной. Новый. Ну да, входная дверь, да. Да. Вот, мы уже межкомнатные пока... уже тоже сделали, просто привезем, чтобы они уже стояли, да. Просто там у нас уже и кондиционеры, то есть в такое время, там сейчас хоть и ремонт идет, мы уже позавозили туда чего много. И кондиционеры, и плитка, и сейчас двери там входные будут. Не, ну входные двери никто не вынесет, как раз вот появится входная дверь, другая это уже будет. Ну не входные, точнее, межкомнатные там будут еще. Ну много чего, щитовая, ну короче, много чего там уже стоит, поэтому... Да, и унитаз там еще, и бойлер, короче, там хватает чего выносить. Ну, крупняком, да, мелочи так нет, а крупняком, если заходить повыносить. Мы хотели... сразу вахтерша позвонил я. Вахтерша, молодец, говорю, слушайте, проверьте, туда-то. Она говорит, да, сейчас поднимусь, молодец, что у тебя поднялась. Я не говорю, там иди с кем-то в бой, хотя посмотри по-человечески, хоть, ну, открытая дверь, не открыта, можно приоткрыта. Посмотрела, не, все приоткрыто, пошла обратно вниз. Ну, как, хотя бы посмотри этот момент, чтобы я понимал, пока я собираюсь и еду. А мы еще до этого хотели, знаете, там закупить плиту, все такое на кухню, то, что там посудомойку. А строитель нам же говорит, ни в коем случае не нужно туда. Не, во-первых, чтобы нам это не мешало, а во-вторых, он мне как раз сам и посоветовал сигнализацию поставить. Потому именно, что говорил, именно что... в этот момент. Потому что такое было, он сказал. Говорит, да, что бывало, говорит, видно, что квартира еще на стадии ремонта. Или ты бывает, как бы понимаешь, что там не постоянно кто-то есть. Скрывают и вот выносят инструменты, и все, что там есть. И вот она, эта сигнализация, себя купила. Да. То есть кто-то залетный, либо, мне кажется, кто-то из залетный. Это не просто человек зашел. То есть это какие-то строители там живут, у кого-то делают ремонт. Не, ну, а по ночам подрабатывают. Два дня подряд, три. Три или четыре уже. Выключали счетчик. Да. А потом сидят там и подрабатывают по ночам, проверяют квартиры. А потом уже ищут, что можно вскрыть. А потом перед выездом. Ну да, получают свои кэшбэки. Но Чен тут не просто так был. Я такой, блин, если шо, блин, сразу, блин. Я любой момент, я за максимальную безопасность, блин. Если надо было, там еще бы еще и пистолет бы вылазил. Ну, в общем, мы сейчас едем вот по таким делам. Всем добрейший вечерочек. Приехали на квартиру. Сегодня будет установка новых дверей. Вот эти двери будут снимать, а новенькие будут ставить, да? Сейчас ждем ребят, они уже поднимаются. В общем, покажем уже, когда снимут двери, да? Ну да, что тут так. Вот так. Ой, такой закат красивый, смотри. Как... А ну выключи свет пока, выключи. Смотрите, какой закат у мамы здесь будет с окном. Вау, Костя, смотри, как красиво. Да, вот с маминой комнаты. А будет свет, сказал электрик. Сохнут стены. Да, в квартире очень тепло, кстати. Хотя окошко открыто, но... When
поставили дверьку. Смотрите, какая теперь вам будет. В чем ее плюс? То, что здесь вот внутри у нее будут такие же, как межкомнатные цветом. Да. И полосочки такие, и формы. Такие, все, и да. формы. Да, мы заказали специально такие, чтобы внутри были похожие, как межкомнатные. Ключик ну, пока строительный один. Угу. Потом вставляешь другие, это ключ уже перестает работать. Да, все запенили красивенько. Да, ну потом подсохнет, все красиво подрежут, а потом ребята уже красиво уже подгонят. Угу. Там давай покажем еще снаружи двери какие. Вот, ручничок. А снаружи дверь вот такая. Такая бежевая, как мама хотела, цвет капучино. Ну, а матовая как раз, не пачкаться, чтобы... Единственное, что здесь типа в доме стены неровные, то типа тут видишь, если посмотреть, там прилегает плотно. Угу. А здесь что-то входит. Ну, как-то то есть нужно наверное, будет, замазать. Ну, что-то, да, вот строители скажут. Ну, мы ставили дверь ровно, чтобы она... Вот. И вот видите, чтобы она... Потому что если мы бы надавили, она бы постоянно бы сама бы закрывалась. А так ты оп, поставил, и дверь стоит. Ну, угу. То есть никуда не укатывается. Ну, да. Ну, все такое, да? Ну, что-нибудь, щелк-щелк, все. Открыл. Легенько закрывается. Ключиком вставлю, пробую, работают часики. Все. Чего тебе так? Ключиком вставлю. Все, следующий этап это у нас плиточка на пол. Ах, поехали домой. Не, чутенько все вообще. Угу. Легенько, да? Угу. Ну, хорошо. Всем доброе утречко. Вы с Андрюшкой приехали сегодня на квартиру, должны доставить... Стиралку, сушилку и подставку между ними, такую полочку. Угу. Ну, в общем, сейчас мы ждем, нам сказали полтора часа ждите, сидите, и мы наберем вас, да? Ну, может не полтора, типа с 11:30 до... Причем мы их набрать не можем, нужно только ждать. Вот и дождались мы сушилку со стиралкой, смотрите какая, и подставочка. Вам вообще будет очень классно, смотрите какая здесь система. Вот. Стиралка. Вот стиралка. И причем еще стиралка с такой дверцей, чтобы можно было, если ты забыл какой-то носок докинуть, открываешь дверцу вот маленькую, и при время, когда стирка идет, закидываешь сюда. Вообще классно. И подставочка такая полочка. Вещи там... На ней складывать вещи, а потом в шкаф. Стиралочка. А вот стиралочка. Все пока запаковано, потому что ремонт еще идет. Ну, уже почти двинулся. Стены уже высохли. Да, домофон получили ключики. Потом еще установим аудио-видео-домофон. А покажи какую-то систему Аякс установил. Сейчас мы покажем. Ну, она еще не установлена, она просто... Такая вот система Аякс будет стоять. Тоже современная клавиатурка там такая прикольная тоже будет. Ну, клавиатурку попозже принесем. Сюда будет интернет заводиться, вот коробка. И там будет розеточка. И интернет подключаться. Вот тут будет другой датчик, я пока временно так повесил, потом будет красиво, когда уже тут все, видите, вот задуется, пенка снимется. Двери тоже высохли, видите как? Да, то есть щели задуты уже, вот, будет датчик движения с фотофиксацией, пока на полу он стоит. Вот он, чтобы если вдруг что, пока ремонт идет, чтобы сфоткал. Ну да, и будет еще сирена стоять, тоже висеть, чтобы она там... Ну вдруг что, да. Чтобы все слышали. Вот, а так... Все, да, все. Интернет будут завтра заводить. Вот. А завтра еще у мамы день рождения моей. Ну, когда этот люди уже влог будут смотреть, уже 22-й год наступил. Ага. А так у нашей мамы завтра день рождения. И мы тоже подарим систему Аякс. Угу. То есть у моей мамы будет система Аякс, у Андрея мамы будет система Аякс. Мы сегодня подключали еще на кладовку систему Аякс и в квартире систему Аякс. Короче, в Аяксах будем они. Мы защищенные. Да, всех родных и себя защитили. Ну, классная система, очень современная. Мы еще клавиатуру поставили, то есть вообще вопросов нету. Ну что, все, можем ехать. Да. Все сделали. Выключаем свет. Оп. Идем домой. Затащили ванную с Андрюшкой. Вот такая вам будет ванная. Конечно, запакованная пока что еще. Время помыться. Да, котик? Угу. Ванная на кухне пока временно. Включай воду. Это 1.70 м, да? Угу. Ну, вот такая сейчас вот. Сейчас будет еще мужичок интернет заведет сюда. Мы заранее решили довести. Вот, чтобы уже тут интернет был. Я взял с дома Wi-Fi, поставил. Вот. Что у нас еще? Домофон будет вот на днях. Ну, относительно близко. Домофон поставим, чтобы ля-ля-ля-ля, мы будем отвечать, открывать двери.
снизу. И пока все. И сигнализацию клавиатуры принес сюда. Да. Чтобы там, если вдруг... А мы показывали клавиатуру? Покажи, какая будет. Сейчас мы покажем, какая будет клавиатура модная, современная, самая топовая. Такая же модная, как и у нас. У нас такая же, да. Вот такая. Беспроводная. Типа зашел, так пик-пик, пароль ввел, да, все. Поставить, снять, удобно, если вдруг чуть не телефон каждый раз лазить. Да. Ванная уже делает инсталляцию. Вот, замуровали чуть-чуть. Пол уже подготовили к плиточке. Грунтовка или что это, помазали чем-то. Ну, пока так. Смотрите, что тут уже сделали. Плиточку положили на кухне. Потом фартук здесь уже. Тут еще делают его. Потом плитка на коридоре уже здесь. Здесь у нас вот такая вот ванная. Очень красиво. Ванну потом еще красиво так обложат. Замажется все красивенько. Будет вообще супер. В туалете тоже здесь. Смотрите, как красиво тоже положили плитку. Фартухи уже здесь вырезали вот такие вот кружочки для розеточек в плитке. Вот, смотрите, здесь, здесь тоже и там вот. Потом вот эта затирочкой замажется. Под цвет выберем, под такой цвет. Будет красиво. В общем, посмотрели мы все. Так красиво, очень быстро ребята сделали. Да? Вообще очень приятные такие люди. Ну, располагают. Да. Пришли с Андрюшкой выбирать в эпицентр раковину и сместители. Смеситель. И зеркало. И зеркало, и тумбочку. Сейчас покажем, что выбрали. И кухонный смеситель. Вот такая будет полка у мамы подвесная. Полочка. С раковиной. Там вот раковина вот такая будет, акриловая. Ну, в общем, с искусственного камня. Пишется. Да. И штучного камня. А зеркало у мамы вот такое вот с подсветкой. И там еще, мам, будет такой смеситель вообще, какой-то космический такой, в ванной стоять. А на кухне будет, которая вытаскивается шланг, ну, очень универсальный. Будет. Очень удобно и практично. Тазик что набрать, что помыть. Ох, мы сегодня с Андрюшкой закупились, купили смесители. Классные такие вообще. Смотрите, какой крутой у мамы будет. Будет газовать, тут как переключать машину, передачи на машине, да. Сейчас зеркальце достанут, вот там. Нам достают зеркальце с подсветкой. И уже будем грузить это все в машину и везти на квартиру. А еще ламинат нужно посмотреть. И затирку, и краску. А, кстати, вот прочее. Плитка, кусок плитки взяли с собой, чтобы приложить. Ламинат примерно, посмотри, какой плюс-минус, да. Оттенка подходит. Красиво будет очень. Угу. Выбрали вот такой вот пол. Он очень красиво подходит под плиточку. Сейчас я приложу. Вот, смотрите, плитка, которая в ванной. Ну, вообще... квартире. И вот пол сам. Вот такой будет. Это по комнатам будет ламинат такой. Грузимся. Смотрите, какой у меня сильный мужчина. О, сколько нагрузил. Молодец, котик. О, сколько получилось. Еще подложку взять. Да, еще подложку под пол и все. Подложку взяли, едем дальше. Такая зелененькая упаковочка. Взяли красочку еще. Вот у нас вот такой вот цвет. Номер написали, потому что там смешивали прям белую краску, добавляли пигмент. И смешали, получился такой красивый тоже цвет, бежевый. В общем, потом на стенке мы вам покажем, как оно будет все смотреться. Грузим тут с Андрюшкой обои на квартиру. Оп. Там, кстати, у нас светильнички в кулечке. А обои вот такие вот, кстати. Я еще не показывала вам. Вот такого вот цвета будут. И на стенке оно будет по-другому смотреться. Купили маме такую швабру. Моднявую, розовую. И ведро. Краску еще для откоса взяли. Такую вот хорошенькую, которая моется. Котик, а чем это ты занимаешься? Ключики собираю на квартиру. Вот сколько ключей. Комплекты были. Целая лего, да? Угу. Заказала еще вот такие вот портретики на квартирку. Смотрите, вот я с Софийкой. Потом здесь моя мама. Я, Андрюшка. Андрюшкина мама.
Это моя мама тоже. Чтобы в квартире было уютней, будут такие у нее портреты. Это тоже мама здесь моя. Это мы с сестрой, с Илоной. Вот я, а вот Илона. Перед заездом занесем туда эти портреты. Мама зайдет в квартиру, они уже там будут. Вон сколько мусора осталось дверей. Но двери мы вам покажем чуть-чуть попозже. Да, котик? Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Вынесли мы с Андрюшкой мусор, осталось все самое нужное. Сегодня будут потолок делать. Сколько макулатуры! Какой-то дядя Петя скажет, ё-моё, вот это да! Вот это повезло сегодня. Фартануло сегодня. Не зря мне сон по татарски снился. Деньги, значит, будут. Он как и тубас макулатурный. Да? Да, все, потолки ребята начали делать. К 6, если что, как раз придем. Сейчас пойдем домой. Поработать. Покушать я хочу. Все, мусор собрали, можно идти. Да. Пока на квартирке делают потолочек, мы с котиком зашли перекусить, потому что в эпицентре выбирали очень много чего еще. Сейчас покажу, что мы взяли. Вот такие вот штучки на шторы. Потом посмотрите, как они будут смотреться. И мы еще потом... хрена что набрали. Да, потом покажем еще, там что взяли. Ванны, всякие штучки, там для мыла, для зубных щеток. Ну, потом покажем еще. Там до хрена целые наборы. Да. Сейчас покушаем, поедем посмотрим. Порошкодержатель. Порошкодержатель? Да. Еле доперли. Все, до лифта. Скользко еще, так скажи, на улице. Сейчас посмотрим, что здесь делает Андрей. Двери поставили уже. Опа! А ты что здесь делаешь? Котик, давай делать распаковку. Наша великая распаковка. Угу. Накупили тут маме всего квартиру новенького. Давай, показывай. Коврик, чтобы жопу утирать при входе в квартиру. Котик, садись на трон, потому что так ты на полный рост не влазишь в мой телефон. Мы сейчас снимаем на телефон, потому что у меня камера запотела. Коврик, который используется в квартире. Вот коврик. Коврик, который используется снаружи. Красивый такой, шоколадный. Шоколадный. Главное, чтобы этот шоколад, тут и в шоколаде ваши ноги не были. Иначе придется коврик стирать. Дальше. Это снаружи. Следующий лот. Мордомывалка. Это мыльница. Мордомывалка, рукомывалка, жопомывалка, мыльница. Дальше. О, слышали звук? Все нормально. Что это было? Палка-выручалка. Можно 50 сделать 1.25 м, можно 2.20 м. Увеличить можно, уменьшить нельзя. Кто помнит это наши сюда ложики, палка. Вот сюда. Да, кто помнит наши ложики, тот должен знать, что это очень важно, потому что не уменьшается. Рисунки на шторы ты показывала. Блин, то есть, нет, тут все запаковано красиво. Фен. О, такой фен модный мы взяли, маме. Двухва, 2000 вообще, можно квартиру натопить им. Крутой, Tremble, Tremble. У нас такой. Он вешается на стенку. На стене с розеткой. У нас вот только тут, попроще. Вот тут будет висеть с розеткой. Мыльница. Еще одна. Только это мыло сюда ложить Coco можно. Coco Chanel, мыло. Деньги, все что угодно. Может, телефон положить, беспроводная зарядка в нем есть. Новые мельницы. Беспроводная зарядка? Да, новые мельницы. Что-то так, новое. Также купили классный микрофон. Микрофон? Микрофон. Очень качественный. Он студийная стойка, ставите и поете. Вот отрегулировали и можно петь в него. Ёршик, короче. Это поп-фильтр. Это поп-фильтр, ёршик. Вот, можно петь. Фирма это Gloria. Кстати, здесь стакан получается вставляется вот в этот кружочек, и его можно вытаскивать и мыть. И мыть, и пить с него можно. Нельзя. Полегаете, дальше еще будете видеть. Можете своим этим потом гостям налить такой стакан, сказать, боже, какой интересный стакан, ты для этого с моего ёрщика. И все, у вас больше друзей не будет. Полка такая. Полка. Это большой, большая это... Беспроводная зарядка на длинный телефон. Это полка ванная. Вот, а где она будет, котик? Где она будет? Вот тут на этой стороне.
Вот здесь вот, вот да? Вот и на той стороне. И здесь будет. И вот там с двух сторон, чтобы можно было с любой стороны там что-то положить. Вот такие штуки мы взяли две. Вот одна. И вот вторая. Такая же. Такая же. Дальше. Дальше. Два стакана побухать по 50 грамм. И поставить, чтобы висело там удобно. Сюда можно зубные щеточки ставить. Зубную щетку, бритву. Тут будет мамина зубная щетка и Софийкина. Да, конечно, мамина, Софийкина в одну сторону. Сюда ставится этот зубная паста. Зубная паста. Ну, либо наоборот, тогда зубная щетка сюда, а зубная паста нахрен не нужна, просто зубная щетка, чтобы была у вас. Либо можете зубную щетку сюда поставить, на мельницу. Да нет, сюда не поставишь. Дальше. Это что? О, это жопоподтиратель. Это порошка. Это с металлическим держателем, чтобы руки не порубать и отливать красиво, удобно. Шпок. Вот такая вот. Модная такая, да? Написано латунь. Латунь 100%. Или, типа, Вася отвечает, что это латунь 100%. Латунь 100%. Рюшики-берюшики. А, это такие рюши? Покажи, котик. Ты же её показывала. Да, вот это такие рюши. Тут лучше видно их просто. Ну, это на шторы. Ну все. Все? А, еще мы купили полотенцесушитель. Полотенцесушитель. Да, вот такие у нас покупочки сегодня. А теперь ты запаковываешь. Ты сказал, что ты будешь запаковывать. Давай. Да, сейчас запакую. Но сначала я покажу, что уже сделали в квартире. Потому что уже сделали очень много. Да, у нас, блин, пару включателей не работает, бля, потому что Wi-Fi, бля, поставил. Некоторые Wi-Fi работают, некоторые Wi-Fi не работают, бля. Святые помидоры. Надо настраивать? Да вообще, бля. Потолочек сегодня уже натянули здесь вот. Беленький такой. Завтра будут ребята доделывать. Вещи свои здесь оставили. На потолке вот такие вот провода разложили. Здесь темно, не буду показывать. В общем, тут тоже темно, потому что здесь свет еще не сделали. Ну, пока так вот. В ванной тоже уже красивенько. Пол, стены. Ванну уже поставили тоже. Унитаз потом другой поставится сюда. Вот такие мы с Андрюшкой выбрали для мамы обои. Они переливаются, меняют цвет. Как будто декоративная штукатурка. Очень красиво. Маме понравится, короче. Всем приветули. У нас прошло немножко времени. 2 недельки. Да. И сейчас мы покажем, что за 2 недели произошло здесь. Обои поклеили, выключатели поставили, сенсорные Wi-Fi вот такие, чпок-чпок. Сейчас покажем вот такие вот выключатели. Тут можно романтика, там белый, любые цвета, пультом выбирать. То есть находишься ты такой в ванной, такой потом, оп, и романтик. Романтик. Оп. Причем в этой люстре еще есть колонка. Да, можно музыку через нее слушать. Прикольно. Вот такой более легкий. Такой ночничок, белый потолочек. А ну включи, котик, свет, светильнички покажем. Вот такой потолочек. Видите, здесь вот светильники такие, они отражают немножко. Получается, как цветочек такой. Бойлер уже повесили такой. Большой. Много воды будет, да? 100 литров. 100 литров, да. Потом здесь на 100 лет. Уже поменяли из строительного на вот такой вот современный. Сейчас покажу вам. Оп! Смотрите. Можно уже писикаки делать. Умывальничек сегодня повесили. Здесь еще силикончик сохнет. Вот. Видите, там промазали красивенько. Потом повесили стаканчики такие. Мыльницу повесили. Такая мыльница тоже. Смеситель такой с ванной уже здесь. Тоже притулили. Ванная вот такая вот беленькая. Вот, плиточкой обложили. Все красивенько. Полочки тоже такие здесь повесили. Сюда можно складывать шампуньки. Гель для душа, например, там. Потом полотенцесушитель такой здесь. Много отсеков. Даже полка сверху есть. Можно положить что-то. Потом такая вот для туалетной бумаги штучка. Удобная. Здесь еще будет фен висеть вот возле зеркала. Но так как здесь провода вот так идут, нельзя крутить. Мы приклеим фен очень крепким скотчем. И будет он так красивенько вот здесь вот, возле раковины. А вот кухня. Кухня, вот видите, такая тоже здесь. Обои красивые поклеили такие. Балкончик покрасили. Сейчас покажем вам как. Выбрали вот такую вот краску красивую тоже, бежевую. Выключатель тоже такой сенсорный. Оп. Оп, включили, выключили. Розеточки тоже поставили. Вдруг там захочется на балконе посидеть, телефончик можно зарядить.
В чем фишка еще этих выключателей, то что они могут работать через телефон. То есть скачиваешь приложение, подключаешь их к Wi-Fi, можно включать, выключать через телефон. Очень удобно. Там, например, лежишь на кровати, забыл где-то свет выключить. Бац, нажал, все. Все выключилось. Потолочки такие на кухне с такой же люстрой. В этой люстре тоже колонка встроенная, так же, как и в ванной. Она разными цветами светится. Коть, покажи, пожалуйста. Сейчас Андрюшка вам продемонстрирует, как она разными цветами меняется. Вот. Так вот можно. Тут пульт от нее есть такой модный. Вот. А теперь покажи, как можно еще другой свет здесь сделать. Вот такой можно цвет тоже. Ярче, темнее можно делать. Потом ночник там есть вот такой желтый. Короче, прикольно так очень. И белый такой прям насыщенный есть еще цвет. Двери такие тут уже поставили тоже. Цвет, кстати, с входными. Смотрите, как красиво смотрится. Вот межкомнатные, а вот там вот входные такие внутри. И оно очень красиво сочетается. Здесь у нас Софийкина комната. Вот. Смотрите, какие здесь люстры мы повесили. Брашки такие. Вот она так красиво переливается. Розовым светит. Потом можно тут так дернул. Оп. Уже светит желтым. Потом дернул. Светит еще другим цветом. Ну, либо вот таким вот розовым красивым. Здесь такие сердечки получаются. Для Софики будут сердечки. А у мамы такие же брашки, только кружочки стоят. В общем, вот такая красота. И кровать здесь будет стоять вот под этими светильничками. Тут такие же обои, тоже двери такие. Кондиционер еще не установили, еще скоро приедут, будут ставить. Такая же вот лампа, которая меняет цвета. И здесь вот такие вот светильнички. Кстати, сейчас я покажу вам, как они вблизи выглядят. Вот такие красивые. Тут тоже уже розеточки проставили. Это для телевизора здесь будет. Для письменного стола тоже розетки тут. Поставили еще домофон такой. Сигнализация такая прикольная вообще. Здесь вот пароль вводить там. Бац, классно он зашел. Камерку повесили у мамы, чтобы вдруг кто там взломал дверь, и так его сразу фоткает и на телефон присылает, кто зашел в квартиру. А, кстати, эти светильнички еще, смотрите, они отображают, получается, на стенку и на обои чуть-чуть. И вот так вот красиво получается. Это коридор. Ну, это мамина комната. Здесь вот тоже такой светильничек. Вот как он выглядит без света. Видите, так? Тоже так, видите, на стенку красиво так рисунок отображают. И тоже можно разными цветами. Здесь вот есть выключатель. Вот такой вот. То есть клацаешь его и светится желтым. Очень красивый тоже желтый цвет. Клацнул еще раз. Светится таким вот немножко светлее, чем розовым. Ну вот розовый такой. Но я думаю, для Софики больше розовый цвет подходит. Там под настроение уже. А для мамы будет такой вот красивый желтый тоже в комнате. Вот такие перышки здесь внутри. Дальше здесь закладные уже тоже под шторы. Шторы мы уже заказали, сказали, через 3 недельки будут. Вот такие, видите, встроенные. То есть красиво будет тоже очень. Когда заходишь в ванную, включаешь свет, то сразу включается вытяжка. Хорошо так работает она, кстати. Подвесной ёршик спрятали за унитаз. Вот. Его можно там, получается, достать этот стакан, помыть и назад вставить. Очень удобно. Такой вот красивенький ёршик. Ну, в общем, так вот смотрится подвесной унитаз. Очень даже красиво. Тоже можно внизу помыть. Тумбочку мы тоже взяли подвесную. И смотрите, как красиво она встроилась сюда. Тут чуть-чуть щель осталась, там чуть-чуть щель. Можно там помыть, рукой залезть. И пол тоже можно помыть там внутри. Очень удобно. У нас на полу стоит, то есть я по факту не могу добраться дома. А тут мама сможет красивенько все вымывать, чтобы был порядок. Помните, мы в магазине вам рассказывали за вот этот смеситель необычный. Вот так вот водичка в нем включается. Такой необычный кран. Типа вот так, оп, оп, ручкой так можно делать. Потом сюда горячая вода, холодная вода, в общем. Можно крутить вот так вот. Прикольно, конечно. Вот так все, вода выключена. Тут все тарелочки тоже достаются, можно мыть. Вот так вот.
Мыльница тоже достается очень удобно. У меня тоже такая дома. Вот, можно помыть ее и назад засунуть. Потом такие стаканчики тоже достаются. Это для зубных щеток. В общем, красота. Это пультик от этой люстры, которая разными цветами светится. Такой пульт в каждой комнате, ну то есть в ванной, в Софийкиной комнате, в маминой комнате и на кухне. На коридоре мы такую люстру не ставим. Зеркало идет с подсветочкой. О, включил, выключил. Ну, в общем, пока все. Это у нас остался последний этап уже. Техника и мебель. И кондиционер установить. Еще плинтуса. В ванной закрыли двери, тут так максимально темно. Сейчас покажу вам, какие здесь режимы есть. Вон, котик сидит рядышком, его еле видно. Вот это синий такой на этой лампе. Переключаем пультиком. Розовый. Самый красивый котик, да? Розовый цвет. Смотрите на Андрюшку, он розовый. Розовый медведь. Так, дальше какие у нас тут цвета есть? О, красный, ничего себе, вот это романтика, котик. Да ты шо, да? Смотрите, какая раковина красивая, романтическая. Потом такой цвет есть. Сейчас на потолке покажу вам еще. Вот так вот. Не, на потолке не интересно смотреть на лампу просто. Вот тут вот интересно. Вот так. Желтый такой цвет. Зеленый даже можно, ё-моё. Круто. Синий. Тоже симпатичненький такой. И ванная такая симпатичная с ним. Еще синий, такой темно-синий. И розовый. Ну, короче, вот все цвета такие. Выбираем тут с Андреем мебель. Взяли вот такие вот пуфики. Это гостевые пуфики, если гости приходят. Такую в прихожую взяли тоже полочку. Это можно здесь сесть, там разуться на ней. Либо что-то внутри там складывать тоже. Это как чемодан такой идет в прихожую. Такой с ткани идет. Очень красивый тоже. И взяли еще вот такой вот. Вот, кстати, пуф я подставила. Вот такой вот стол. Стулья такие тоже очень красивые. Три таких стула возьмем и два таких пуфа. И стол, смотрите, как раскладывается. Он такой беленький. Оп, если гости пришли. Вот так берешь. Оп. И все, сдвигаешь вот так вот. И получается вот такой огромный стол. Вот, пуфик вообще идеально сюда вписывается. Сегодня еще смотрели каркас на кровать. Потихонечку скупаемся уже. К финишу подходим по чуть-чуть. Мебель будет 14 числа уже собирать. Кухню, шкафы. Вон, идет Андрей. С документом уже оформил покупку. Да? Оформил? Смотри, котик, как я уже поставила. Садись, протестируй. Как оно? На пуфик сядь и на стула. Вот так вот. Оп, все. Так легко раскладывается вообще. Классно. Давай. Оп. Пришел такой в гости к теще. Такие, добрый вечер, да? В общем, на пуфик сядь еще попробуй, как на пуфике сидится. Мне удобно было. Ну, это для гостей так чисто. Пришел гость, так оп, сел. Удобно, даже кушать сидеть удобно. Очень красивые пуфы такие вообще. Здесь можно еще что-то хранить. Под крышкой. Вот от него такая крышка идет. Еще такой цвет получается. Шторы двухцветные. Вот видите, здесь два цвета. И пуфики такие же. И еще мы заказали вот такого вот цвета велюра кровать. Тоже будет очень круто смотреться все вместе. Грузимся. Сейчас занесемся на квартиру, чтобы в машине не катать все. Оп, багажничек. Все поместилось. Только это, наверное, в машину надо будет ложить. Привезли уже вытяжку встроенную. Вот в ящичке стоит запакованная. Такие крючки взяли под шторы. Вот, кстати, сами шторы. Они запакованы сейчас, они двухцветные. Просто тут в пакете не сильно разберешь цвет какой. Потом повесим уже вот так на окошко. И уже будет понятно. А пока так. Вот пуфики, кстати, Андрей занес. Уже стоят здесь. Примерили пуфик, который в прихожей. И ванной двери открываются. Хорошо, нормально смотрится. Очень красивый пуф, да? Может, тебе нравится. Симпатичный. Такой. И сюда что-то можно положить. Вот так вот. Видите, здесь такой ящик. Компактный. Это что за поза интересная? У пуфиков. Это Андрей так поставил. Очень красиво смотрится. Под светильник. Охуенный.
Охуенный? Охуенный. А у мамы нету, получается, веревочек этих дергать, да? Мама выключатель. Оп! Все, вообще, смотрите, под пуфы как светит красиво. Все. И так можно даже, да? И даже вот так вот. Разные цвета. А еще здесь светит романтика красная. Красным цветом. Пошли домой. Всем привет, Тулю. Котик, поздоровайся. Всем привет. Здрасте. Итак, у нас скоро уже финиш по ремонту квартиры. Сегодня приедут мебельщики. А завтра они уже будут собирать кухню, шкафы. В общем, мы еще заказали там каркас на кровать новый, очень классный, потому что у мамы матрас есть такой ортопедический, а вот каркас такой уже старенький, поэтому нужно его поменять будет на новый. Потом сейчас тут помою полы везде, чтобы когда мебельщики будут собирать, чтобы здесь было уже чистенько. В маминой комнате тоже нужно будет помыть пол. И в Софийкиной тоже. Сейчас включу тут свет. Опля! Вот. В Софии прям будет вот здесь вот мебель тоже висеть. Вот здесь будет письменный стол. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card, you can't win the losing hand. Загрузили всю квартиру, мебель. Смотрите, какая мебель. Немножко даже видно. Вот такая вот. Здесь, конечно, столько всего наставили. Ящики, коробки. Все почти собрано. Вот здесь тоже. И кухня. Смотрите, сколько на кухне всего. Я в шоке. Сколько это собирать надо все, да, котик? А за день? В смысле за день? Не сказали три дня. Да они шутят. В смысле, они шутят? Юля говорила, что это не то. Что, ну, что? Посмотрим. Ну, короче, что-то соберет их. Юля сказала, что они за три дня должны собирать или за один день? Ну, они сказали, что сегодня прийду, завтра будут собирать. Не знаю, бля. Может быть, я тут смотрю, что собирать много. Смотрите, сколько всего. Так, а тут смотри, сколько уже собрано. Ну, посмотрим тогда. Ну, если бы все было бы еще не собрано. На кухне столько всего тут здесь. Тут собрано очень много чего уже есть. Будет видно, в общем, завтра. Мы с тобой шкаф, блядь, вдвоем за день собрали. Вспомни тот, блин. Разобрали, собрали, собрали, разобрали. Они, если шо, к 11 будут, так что ты еще даже поспать сможешь спокойно. Хорошо. Все. Работу выполнили. Идем, да? Домой. Отдыхать. Домой. Несем маме телек в квартиру. Принесли. Вот такой телек будет 55 дюймов. А у Софии будет сколько, котик? А у Софии будет 50 дюймов в комнате. Просто комната еще Софии меньше. Идет полным ходом установка стиралки с сушилкой. Запустили тестовую стиралку, пока не задвигаем ее туда, в нишу. Проверяем. Вот сушилка. Сушилка крутит. Стиралка стирает. Пока без порошка. Пленочка еще тут такая. Потом снимем уже. И здесь тоже пленочка везде. Андрей тут как раз собрал фильтр. Ракету такую. Да, котик? Угу. Вот эта система у нас будет. Очистка. Здесь 7 ступеней очистки, да? Угу. И бачок он стоит такой. Андрей взял инструменты. Сейчас мы будем все собирать, и тогда уже в итоге покажем, что получится. Будем собирать сюда стол и стулья. Распаковали. Смотрите, как все оно выглядит в разобранном виде. Вот, получается, ножка. Это на пол ставится, это сама крышка. Тут спереди стекло. Вот такой вот стол. Часть собрали. Осталась крышка. И все, стол готов. На самом деле удобно, что он почти уже собран, с трех частей был. Просто чуть-чуть его скрутить и все. Потом будем приступать к стульям, а дальше будем еще вешать телек. Тут еще, если придут гости, вот те пуфы, помните, которые мы раньше покупали, достаются пуфы, отодвигается стол и можно всем сесть. Тут висит телек,
Вот это, конечно, красота. Останется еще вот эту роскошь вынести. Запаковала весь мусор сюда, в эту деревяху. Вынесем, будет порядок. Заказали с Андреем грузчиков, чтобы перевезли вещи мамины уже сюда. Здесь так сейчас все навалено, конечно. Но мы сейчас с Андреем тут все расставим красивенько. И потом уже, когда мебель будет по своим местам, и все, что нужно, мы вам полностью уже потом покажем ремонт. Да? Сейчас у нас распаковка большая идет. Распаковка чек. Теща все, я говорил грузчикам, ну там, говорю, это холодильник, парта, говорю, микроволновка, стул, пол хаты. Коробки, коробки, одеяло, какие-то уже посуда, уже снежная посуду проставляла некоторые, покажу вам. А вот. Я сегодня думал тренировку идти, я понял, что... Тренировка будет здесь. Да. Ну мы шторы все повесили уже. Да, ну мы потом все покажем, мы еще не показывали этого. Да? Ну видишь, сзади меня шторы. Да, это шторы, да, но мы потом полностью покажем, как все смотрится. Да, распаковывать. Вместе. У нас сейчас по времени сколько? 5:36. Они загрузились в 2:30, то есть 3 часа прошло. То есть сейчас 5:30. Во сколько мы закончим? Ну, посмотрим потом. Я тебе скажу честно, минимум 10. Ну, посмотрим по времени, да. А, кровать еще собирать будем. Собирать надо. Сейчас покажу вам кровать, какую будем собирать. Вот стол письменный Софийкин, который здесь будет стоять. А вот кровать. Нам нужно будет собрать ее туда. Ну, в общем, приступаем. Работы хватает. Посуды еще нужно разложить. Очень много вещей всяких. Котик, вспотел аж. 10:30. Я что говорил, ребята, для вас это прошла секунда, для меня это прошла целая вечность. Пока мы скрутили кровать эту, блин, там, ребята, просто как будто тютелька в тютельку эта кровать, согласись, просто ну, чётенько, уже, да. Телек, там просто, ребята, лухари, у Софии в комнате лухари, у мамы тоже там все телек еще подровнял, там сделал еще красивее, осталось у нас только что кровать каркас и тумбочки, да, то есть матрас у нас есть, да. То есть у нас нужен каркас, то есть на то, что положим и матрас, и прикроватные тумбы. И все. И финиш, и заселяем маму. Все, наконец-то. Полгода это все длилось. Да. Ну, если с момента покупки, то больше, а с момента, как мы начали что-то делать, полгода. Ну что, ребят, следующие кадры, это только уже вот. Ну, мы сначала покажем, что мы сделали, именно с мебелью уже. Да, а уже финально уже... просто расскажем, что, где, как. А следующее, это что будет реакция мамы. Мы уже повторяться не будем, просто снимем, что, как отреагировала Снежкина мама. То есть мы сделаем сначала до этого полный рум-тур, да, с рассказом. А уже, да, не буду там, тёща, смотрите, это обои. Тёща, смотрите, это варочная поверхность. Ну, то есть потом просто снимем чисто реакцию. А для людей, кому будет интересно, то есть мы вот... Ну и скажем потом, сколько по цене все вышло тоже, потому что людям, я думаю, тоже интересно будет узнать, сколько все стоит. Ребята, для меня это просто... Как всегда, знаете, типа, ну, наверное, где-то так. Хрен там, ребята, видели курс доллара и вообще, что в мире происходит. И вот я его увидел. Это стоит недешево. Чтобы вы понимали, ремонт весь... С квартирой вместе. Нет, квартира отдельно мы купили за 1 150 000, да. Там 160 тысяч гривен. На ремонт мы потратили с техникой и так далее. Вот. Мы потратили 1 050 000 гривен. Да. Ну просто хороший ремонт сделали еще. Хера себе, квартира. Да, мы все по заказу сделали, все тютелька в тютельку. Поэтому. Я думал, дешевле просто будет, но, ребят, цены очень сильно поменялись. То есть в итоге все обошлось, вся квартира обошлась в 2 миллиона и... Фу, сколько я там сказал? 150, там 150, и тут 50, 2 миллиона, где-то 200-250. Это с ремонтом. 2 200, 2 250, да. Квартира полностью с ремонтом. Да, это если мы говорим по курсу на февраль 22 года. Там уже, не знаю, какой курс. Вот. В общем, поехали домой, котик. Отдыхать. Ну, хата вообще, конечно, получилась. Мы даже сами не ожидали, что так красиво получится. Четко, четко. Очень круто. Ничего, когда-то мы будем еще, дай бог, дожить. Будем делать... Дом. Дом. Свой дом. Ну, квартира у нас есть, а мы... Квартира мне хватит. Все, я... мы хотим еще дом построить. Ну, надо отдохнуть, потому что я заработать денег, потому что...
Это, знаете, одно дело, когда маме машину дарил, это несложно. Ну, в плане, заработал денег и все. Квартира это в разы сложнее, потому что это... Я подумала, что ремонт еще, да. Ремонт, договариваться, закупать, договариваться. Очень сложно в этом плане. Машину ты что, пришел? Крутая? Да. Спасибо, человек уехал, как мама моя. Мама моя, привет. Вот. А квартира, конечно, ну, просто у мамы моей квартира есть. Вот, теперь мама гоняет на крутой машине. А вот еще будет квартира. Вот. Главное, что все будут счастливы. Угу. А теперь надо стараться и тоже счастливым быть самим, правильно? Да. Вот, все. Потом пошли домой. Следующий кадр – это рум-тур, в котором мы вам уже все расскажем и реакция тещи. Всем привет, Ули! Ну что, настал тот долгожданный день. 14 февраля, день влюбленных. Конечно, у нас кровать еще не приехала, приехали тумбочки, но Снежка говорит, давай уже не будем мучать маму. Ну еще неделька осталась до кровати. Ну а пока моя мама в дороге, она уже едет. Да. Мы вам сейчас быстренько, тихонечко покажем рум-тур. Вообще расскажем вкратце, да у многих же интересно, не просто было посмотреть, а что мы сделали, как. В ценах особо подаваться не буду, а вот так вот более-менее смогу рассказать. Итак, короче, мы находимся сейчас в коридоре. Вообще это была однокомнатная квартира. Из нее мы сделали двухкомнатную. Вначале вообще казалось, что, блин, какие-то малюсенькие комнатки, что-то не получится. Но вы знаете, по чуть-чуть, когда мы это все так вот распланировали, получилось очень даже круто. Особенно с этикой на комнатке. Да, здесь, в общем-то, вообще заканчивалось вот так вот. Вот здесь вот заканчивалась стенка. И была вот такая комната большая, и так далее. Одна. То есть мы сделали вот такой вот коридор, я считаю, классный. С зеркалом, то есть можно, ну, там прихорошиться, повесить вещи. Тумбочки, полочки, то есть тут полноценный шкаф на всю высоту. Интернет поставили, Wi-Fi, сигнализацию, домофон. Вот такие вот двери. Причем двери, если посмотрите, они все сделаны в один стиль. Это мы все брали двери Rodas фирмы. Вот такие вот входные. Все классно работает, и межкомнатная. Ну да. Вот. Ну то есть здесь коридор и плиточка на полу. Снежка очень хотела плитку, говорит, что плитка будет классная. Ну красиво смотрится и, очень. И будет портиться ничего. Купили вот такой вот еще саквояжик. Это типа там обуваться, разбуваться. Вот. Тут еще можно на самом деле придумать, я думал бы, какие-то крючочки. Там, для одежды? Да, курточки вешать. Может быть какую-то даже с полочкой там, для шапок. Ну это еще, может быть, теща еще обдумает и так далее. Может, мы повесим. Фотографии уже повесили сзади. Да, некоторые это Снежка, Снежкина сестра Илона. Здесь еще пожарная сигнализация стоит. Ну, вроде бы все. Идем дальше. Куда дальше идем? Идем в мамину комнату. В мамину? Давай, да. Ну, давай, ладно, давай будем понемногу увеличивать. Это у нас был коридор. Да. Вот тут комната тещи. У нас пока что еще здесь кровати нету, только матрас. Да, вот тумбочка. Но кровать через недельку уже придет. Кровать красивая такая, изголовье, такие вот светильнички. Светильнички мы заказывали на Алиэкспрессе. Классные, то есть китайцы классные штуки делают. Вот шторы, кстати, прямо он. Во всех комнатах. То есть такие вот они, blackout, которые не пропускают свет. Телек повесили, наклончик хороший, как надо, чтобы правильно смотреть. Вот, что еще? Ну, то есть можно обходить справа, с левой стороны, здесь прикроватная тумбочка. Там еще и осталось место, там тоже что-то можно придумать. То есть мы прям не захламляли эту комнату. То есть тут еще вот на самом деле, это все можно убрать, это пуфики такие. Ну да. Здесь можно еще что-то придумать и так далее. Вот, тут, то есть места на самом деле хватает. И огромное зеркало, то есть большой шкаф. Вот шкаф такой, шкаф-купе. Да, то есть тоже вот тут вещи немного лежат. Какую бы вам показать. Тут просто есть еще какие-то вещи. Ну ничего, ну просто полочки и все. Ну полочки. Просто мы уже мамины вещи перевезли заранее. Да, ну давай просто покажу вот так вот. Ну это пока вот. Еще все запаковано, да. Тут чуть лежит, мамины вещи. Вот, и тут такие вот полочки. Все такое светлое, все в таких светло-бежевых тонах. Теща хотела очень, типа, говорила, что вот не белое, не черное, что-то такое. Как она говорила? Капучино. Капучино. Вот. Потом вот кондиционер еще висит. Да. Такой, как у нас, только более новый, ну, типа обновленная серия, но в принципе, как у нас. Но он подает и холод, и тепло. Да, ну, то есть инверторный. Вот, и светильнички, то есть, как вы уже видели, я уже показывали вам это дискотека. Тоже с Алиэкспресса, то есть там цвет меняется, и колонка кстати, в ней встроена. Кстати, там колонка в них еще есть. Да, хорошо играет. И такие вот точечные светильнички расставлены. Вот. А тумбочки прикроватные очень красивые. Пришли недавно, кстати. Вот. Такие вот, как раз под цвет штор. Ну и кусочек штор, что-то под цвет как раз дверей. То есть вот тумбочка и вот эти вот. Ну да. Идем дальше. Уже сейчас теща уже приехала. Сейчас мы попросили минут 5 здесь подождать.
Потому что потом я уже не буду рассказывать, смотрите сюда, смотрите туда. Просто Снежка снимет ее реакцию. Идем, наверное, к Софии. Вот нам казалось, что эта комнатка очень маленькая. Но сейчас... Хорошо. Смотрите, какая комната получилась. Здесь стол у Софии, как мы говорили, уже поставили. Вот такой. Тут Софийкины вещи уже перевезли некоторые. Тут вот подсветочка, вот, чтобы когда работать. Угу. Тут можно подсветить светильничек, просто в розетку вставить, если надо. Здесь вот такие вот полочки, где что-то можно уже прятать. Такие, да. Здесь шкаф большой для ребенка, то есть вот. Да, большой шкаф. С головой, чтобы что-то поместить туда, плюс еще там сверху полочка. За шторами везде есть окна, то есть это не просто штора висит. Тут есть такой ключик специальный, который блокирует окно. Лично для Софии. Да, я его уже закрыл, чтобы не забыть. Ну, то есть окно можно открыть только на проветривание. Чтобы София тут не занималась этим. Соня, вот такие полетами. Вот светильнички, я уже вам их показывала. Вот такие красивые. И вот как бы лежишь ты на кровати, вот отсюда, вот, и видно вот полочку. Вот давай покажу. А, кстати, вот такая ниша здесь есть. А вот тут да, видно. Есть, и вот ты как бы лежишь, там спишь, розеточка тебе вот тут вот, бац, включила, там, о, проснулась, такой цвет. Вот. Угу. Здесь кондиционер тоже, чпок-чпок, клацнуло. Пульты, телефоны, две полки, это все сделали вот так вот, продумали в шкафу. Ну да, прям такая вот полка-шкаф. Да. Вот. Вот такая огромнейшая кровать. На двоих, да, вот. И вот тебе телек сразу висит. А, кстати, да, еще телек. И вот огромный телек напротив кровати. Такая плазма у Софийки будет. Красивая. Вот. Вкратце вот так вот. На будущее здесь, на самом деле, как идеи еще, мы не воплощали. Еще... Да. Может, в будущем воплотим. Сюда можно зеркало еще повесить. Тут есть розеточка. С подсветкой. Да, какое-то еще зеркало. Потому что тут мы думали сюда зеркало в дверях, но не вариант был. То есть как для ребенка, ну шикарно. Отдельная комната своя, никакая не проходная. То есть... Фотку даже повесили уже Сонину здесь. Это-то Соня, а это я. Вот, идем дальше. Давай на кухню в конце. Да, давай. Давай ванну-туалет. Ванна-туалет. Очень долго я этот бойлер искал, ребята. В чем задача была? Высота небольшая, чтобы объема было много, и ванну набрать, и помыться, душ, и чтобы еще и посуду помыть, неважно. Нашел 100 литров, это 100 литров, это хороший бойлер. У нас дома 125, он в разы больше. Это 100-литровый, вот такой вот сделали бойлер. То есть он современный еще такой там? Да, то есть там эко, в режимы разные, можно вырубить его вот. Ну, короче, очень классная штука. Фен повесили тоже уже. Фен нельзя сюда было, короче, сверлить. Мы его на очень крепкий скотч. Очень крепкий, что хрен оторвешь, он такой нарисованный был. Ну, да. Потом полотенцесушитель, который электронный. То есть выключаешь и любую мощность ставишь, чтобы тоже грел. Молочки тут такие уже мало будут. Да, и вот такая вот ванна. Ну, ванна типа небольшая, но зато уютно будет. Не для большого здесь человека. Здесь просто маленькая ванная была. 1,70 м сюда, по-моему, стало. На ну, стандартчик, да. Стандарт, на самом деле, чтобы залезть, принять ванну, хороший вариант. Плюс тоже тут лейка и душ. Вот. Ну и все, вот так вот. Полочка подвесная, унитаз тоже подвесной. Ну, то есть, так вроде все хорошо здесь. Кухня, котик. Идем на кухня. И кухня. Там у нас балкон, там ничего такого особо нету. Ну тоже есть там проход. Ну на балкон там сейчас просто светло, да. Очень плохо будет видно. Вот. Что у нас здесь? Ну вот везде обои такие вот а-ля сделаны. В эпицентре покупали под декоративную штукатурку. Шторы. Ну давай так вот. Холодильник это который вот мы раньше дарили теще. И его, в общем-то, поставили сюда, забрали. Перевезли. Да, вот такая вот кухня получилась. Сделана типа как похоже на камень, но это не камень, это такие вот деревянные штучки. А вот, то есть ящички открываются. Здесь стоит вытяжка новой версии. Вот встроенная. У нас тоже эта фирма Элика мощная. И вот здесь тоже эта фирма Элика установлена. Плюс мы потом поставили сюда подсветку сенсорную. Когда мы делали, у нас что-то, не знаю, либо тогда сенсор не сильно популярный был. Может, тогда еще не популярно было. Ну, можно работать, у нас кнопочка, короче, здесь уже все сенсорно, как и у Софии, так и здесь. Все на сенсоре, вытяжку включил, поставили тоже Bosch варочную поверхность, как у нас. Mm-hmm. И вот духовка тоже, как у нас, только без режима микроволновки. Ну, вот такая а так вот. Все то же просто самое. У мамы есть отдельная микроволновка. Да. Вот, мы ее уже поставили сюда. Вот микроволновочка, купили еще чайничек классный.
вот красивый. Поставили такая столешницу, это столешница из камня, искусственный камень, то есть вообще без швов, то есть вот такой кусочек все красиво сделано. И нержавейка, мойка, потому что мы думали ставить камень, но камень пачкается. Ну просто у нас дома часто есть камень. Короче, расстраивается, потому что его нужно постоянно вымывать, полировать. Короче, такой геморройчик. А нержавейка – это классно. Ну, столешница вот будет вечно, можно полировать ее тоже. Потом, да, и поставили вот такой вот смеситель. То есть, если надо, то есть ты включил водичку, а если надо, ты можешь там набрать что-то там куда-то. Ну, удобно очень помыть так. Да. А, плюс поставил еще фильтр питьевой воды, попить водичку. Полноценная посудомойка. У нас даже меньше. У нас 45 сантиметров, а здесь полноценная 60-ка. Вот. То есть Bosch фирмы. Поэтому можно без проблем теперь с удовольствием. Да, там много места. Мыть посуду. Вот. Стиралка, сушилка. Все красиво встроили. Это сушильная машина, это стиральная машина. И еще идет в комплекте, мы сделали вот такая вот полочка. Это там можно складывать что-то. Это когда там что поднял, сюда поставил, там открыл. Ну, вот такая вот ручка выезжающая. Микроволновка, внизу полочки. Да, и стол вот такой еще. И купили вот, да, вот такой классный стол белый. Он еще раздвигается, еще становится больше, там есть такая вот ниша. Стулья такие тоже вот. В бежевых оттенках 4 стула, и если надо, еще есть 2 пуфика, которые были в той комнате, то есть 6 человек. А если очень захотеть, то минимум 7, даже Софина стула можно использовать. Ну, то есть на кухне даже разместиться очень легко, выдвигается стол. Вот, даже здесь можно сидеть. Ну, он раскладывается очень хорошо. Да, и то есть пройти хватает места. Ну, вот вкратце, ну, вот так вот. Все, ремонт окончен. Да. Мама уже сюда сегодня заедет, а нам еще осталось ей поставить каркас на кровать и все. Да, ну короче вот так вот, все. Значит, сейчас уже встречаем тещу. Я вам говорю минимально, если там зададут вопросы, я отвечаю. То есть у нас уже не будет такого, посмотрите сюда, посмотрите туда. То есть мы будем просто смотреть реакцию Снежкиной мамы. Да, ну все, что надо, мы вам показали уже. Да, то есть был подарок моей маме, кто помнит, машину дарили. Но этот проект получился намного дольше, чем машину. Ну, понятно, что квартира дольше по времени идет. Но вот сейчас будем смотреть на реакцию Снежкиной мамы. Ну что, идем. А, кстати, взяли такие цветочки еще ей, вот красивые. Сказали уже маме, чтобы она поднималась. Где-то сейчас с этой дверки она должна уже выйти. Мама еще даже квартиры не видела. И без ремонта, и с ремонтом. Это будет ее первое впечатление. Котик уже идет с букетом. С букетом для тещи. Еще нет. Ну все. Ключики замотали в такой банк. Еще одна цель выполнена, да, котик? О, по-моему, поднялась. Да. Привет! Привет! Здравствуйте. Сём. Ну что, сегодня у нас праздник, 14 февраля. Я вообще... День влюблённый. Это вам. Спасибо. Но самое главное, это вот. Ключи. Ну что? Спасибо вам. Идёмте? Да. Я вам смотреть? Вы готовы? Нет, туда. Туда, туда. Сонь, ты готова? Да. Как думаете, какая дверь? Это дверь? Да. Плачься за всех. Нравится? Да. Давайте проверять ключик. Работает? Это нижний открыть. Да, сразу правильно. Есть какие-то вообще предположения, как там? Нет. Нет? София, ну а ты? Думаю, это очень красиво. Красиво? Ну, открывайте. Сначала как? Класс? Картины зарабатывают. Ну это да, вот Снежка. Так.
Ну что? Сама снимай курточку. Андрей, помоги маме. Ну давайте, у нас есть выбор, куда идем. У нас есть туалет, ванна, кухня, Софина комната и ваша. С какой начнем? С какой начинаем? Тут у вас вот как бы шкаф большой, зеркало, когда там накрашиваться, бац. Вот, и пошли. Кто потом уж еще будет там для одежды и так далее? Куда идем? Не знаю. Куда вы выйдете? Мама растерялась. София, куда идем сначала? В твою? Что, идем с Софией сначала? Ну давай, София. София, открывай. Вау. Красиво. Мам. Ой, ты что, какая красота. Вообще. Рабочее место, Сонечки. Кровать большая, телевизор далеко у тебя большой. Плазма, София, твоя личная. Включатель. Вот, София, твоя комната. Кондиционер у тебя будет. Может, твоя свет красиво, менять. София. Свет или у меня будет такая лампа розовым светиться. Каким хочешь выбирать. Классно? Вот у тебя будет учиться. Шкаф твой большой. Вообще, какая красота. Идем дальше? Идем к тебе в маминую комнату? Пошли дальше. Единственное, что на ней пока нету кровати. Ну да. Вот. Ну, но... будет через неделю. Да, через неделю будет, но... Смотри, как красота. И огромный у вас шкаф зеркальный, который на всю стену. Тоже красиво. Красиво. Да не плачь. Мам. Мам. Все, успокойся, мамуль. Красиво же, что плакать? Да я поснимаю. Мам, ну все, успокойся. Спасибо вам. Слезы радости. Кровать появится, вот, вот такая у нас будет большая комната. Вот телевизор. Ну, вот. Красота яка. Отлично, тогда идемте дальше. Давай, мамочек, кухня. Твое рабочее место тоже. Давайте, нет, да? Кухню на финал уже оставим. Ну ладно. Ванна, туалет. Ой, как красиво. Большой бойлер, который на 100 литров, который можно регулировать. Там. Ванна, туалет, все красивенько. Себе нравится? Классно? Красиво, вот. Дуже красиво. Мне таке не и присниться не могло. Так, ну и давайте последнее. Финалочка. Идем на кухню. Опа! Это мамино любимое место будет. Ой, тоже классно. Мама довольна. Стиралка, сушилка, Соня, да? Будешь стирать и сушить? Да, мамультик, будешь стирать и сушить? Да, спасибо вам. Да, мам, успокойся, все хорошо. Спасибо, Андрей. На здоровье. Теперь это ваше. Полностью ваша квартира. А, да, еще же официально надо вручиться. А я не знаю, где это уже делается. Кроме... А, вот. Да. Вот ваши документы полностью, где уже спасибо. Вы являетесь владельцем. Спасибо. Все. Моя зайка, не плачь, все хорошо. Вот у вас будет так варочная красиво. Поверхность. Будет у вас такая вот духовка у нас. Вообще, полочки. Я вообще... уже... А, еще вот, да, еще вот большая посудомойка, если что. Не можно, не представляю. Уже не вручную, а уже можно с посудомойкой. Ну вот. Так. Ну и балкон у вас еще есть. Там ничего необычного. И балкон, вот. Просто ничего нету. Просто балкон. Ну, то есть там еще что-то можно и так далее. Ну, такой балкончик тоже такой светлый. Солнышко светит. Красота. Ну что, будем праздновать? Пиццу заказали. Да, котик? Сюрприз удался? Мам. Это слово. Удался сюрприз, все. Ну все. Выключаемся. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight.
found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.